Итак, в ноябрьске прошло совместное заседание комитетов окружного Заксобрания и Тюменской областной думы. Участие в нем принял губернатор округа Дмитрий Кобылкин, депутаты, представители общественности и органов власти обоих регионов. Главный вопрос на повестке дня – патриотическое воспитание граждан. Так, участники заседания поделились опытом работы в данной области, определили основные проблемы и пути их решения. По мнению собравшихся, ситуация в регионах обстоит неплохо. И в Тюменской области, и на Ямале работает масса подростковых патриотических клубов. Растет число участников поисковых отрядов. Открываются новые кадетские классы. Кроме того, в нашем округе, в частности, не возникает проблем во время призывной кампании. Более того, по данным опроса, большая часть призывников идет служить с охотой. Тем не менее, участники заседания пришли к выводу, что на достигнутом останавливаться нельзя. И в первую очередь необходимо разработать концепцию духовно-нравственного воспитания граждан, чтобы на основе ее принимать федеральные законы. В решении наших комитетов есть общая часть. Она касается федерального законодательства, а именно ускорение обращения в Государственную Думу, рассмотрение и принятие действительно профильных федеральных законов о патриотическом воспитании граждан Российской Федерации.